Здравствуйте, дорогие друзья! Мы с вами в Галамарт. Пойдем посмотрим, что же там интересного. Сразу же на входе санки. В прошлый раз они стоили 300 рублей, сейчас 200. Из новой классной посуды еще ничего не распродается. Будем ждать, когда же будут акции. Детские мини-лыжи. 79 рублей. 36 сантиметров длина. Только в розовом цвете. Настольная игра «Голодные бегемотики». 189 рублей по акции. Набор кремов для рук от Ауры. Стоит 79 рублей. 75 миллилитров крем. Питательный уход и восстанавливающий уход. Набор нежный. Два крема для рук по 35 миллилитров. Роскошное питание и второй — шелковое прикосновение. Стоит 54 рубля. Флуоресцентные наушники 149 рублей в разных цветах. Наушники с молнией. Поближе покажу всю информацию. Длина 120 сантиметров. 4 цвета коллекции. Подарочный набор вот в таком вот металлическом шаре большом. Здесь кремы для рук. Один увлажняющий 50 миллилитров и второй также увлажняющий питательный. Стоит 199 рублей. Карнавальные маски подобные продавались в Экспрессе на Хэллоуин. В разных цветах. Стоит 83 рубля. Есть красные. Ушки зайчика. Также есть в красном цвете. 125 рублей. Три режима свечения есть у этих ушек. Такие вот красивые маски на пластиковой основе. 114 рублей. В разных цветах. Покажу немного товаров для мужчин. Лебедка ручная, рычажная. Выдерживает до 2 тонн. 709 рублей по акции. Насос ножной с манометром. 309 рублей. Такой насос 219 рублей. Компрессор автомобильный в чемоданчике. 699 рублей. И такой компрессор. 1700 рублей. Штекер тут от прикуривателя работает. Я думаю, они у всех от прикуривателя работают. Так, есть то, что, я надеюсь, никому никогда не понадобится. Это аварийный знак. Знак аварийной остановки. 129 рублей. Немного подарочных наборов для мужчин. Вот такой вот с пеной для бритья набор. Также сюда входит лосьон после бритья. Стоит 179 рублей. Нет, с пеной 159. А вот этот 179 с гелем для душа. Также тут пена в комплекте. Новые освежители воздуха для автоматических распылителей. Я такие еще не видела, и они по акции 79 рублей. Есть антитабак, горная свежесть, баблгам, аромат леса. Так, что-то еще вижу желтенькое. Сицилийский лимон. Так, а вот этот цитрусовый какой-то должен быть. Он 69 рублей. По акции вот такой вот дозатор для жидкого мыла. И там в комплекте идет, можно ставить аромапалочки. Тут не показать. Все так заклеили. Так вот это выглядит. В эту амфору рядышком можно ставить аромапалочки, наливать аромамасло. В
будет такая красота. Стоит по акции 300 рублей. Покажу еще обзором, общим планом, что есть для ванной комнаты. Может, у кого-то глаз за что-нибудь зацепится. Такой набор в желтом цвете распродают. 389 рублей. Набор ведро 14 литров с колесиками, швабра, дополнительная насадка, принцип отжима Юла. Так это все выглядит. 1259 рублей стоит. Мне нравится. Так, вот сама швабра и к ней дополнительная насадка. Швабра, в принципе, мягенькая, мне нравится. Скорее всего, она будет хорошо впитывать воду. Еще одна новая коллекция кастрюль. Я такие еще не видела. С земляничками. Вот эта большая, у нее крышка также эмалированная. 6 литров 800 рублей. Такая кастрюля, у нее стеклянная крышка. 4 литра 500 рублей уже по акции. Есть вот такая вот кастрюлька меньше литражом. Здесь 3 литра 549 рублей. И 450 рублей такая вот малышка двухлитровая. Открывалка для консервных банок. 129 рублей по акции. Есть вот в таком вот фиолетовом цвете. И из этой же коллекции терки на ручке 69 рублей. 24 сантиметра. Суперская новинка. Это набор блюд, ракушки. 4 штуки в комплекте. Это костяной фарфор. Кстати, можно открыть, заглянуть. Вот такая прелесть. И стоят они 345 рублей. Я думаю, это вообще недорого за 4 штуки. Но все равно буду ждать акцию. Есть такие вот цветочки, тоже 345 рублей. И тоже костяной фарфор. Так, это у нас кофейный набор. 4 предмета, 629 рублей. Великолепные салатники. Тоже новинки, я таких не видела. Вот в виде клубники. 208 рублей, 19 сантиметров. Есть салатник на ножке. 274 рубля. Вот такой вот ананас. 230 рублей. Ну и попроще салатник. Такие были в фикс-прайсе в свое время. Здесь они 219. Я считаю, это дорого. Акция по 10 декабря от Паша Бахче кувшин 1250 миллилитров с крышкой. 169 рублей. Сейчас на распродаже вот такая серия тарелок. Постановочная, самая большая, дальняя. Стоит 95 рублей, 24 сантиметра. Так, салатник 85 рублей. Нет, это, наверное, вот этот. Салатник маленький 69 рублей. И тарелка десертная 59 рублей. Вот это. Такая квадратная серия тарелок тоже на распродаже. Вот покажу все цены. 19 сантиметров салатник. Тарелка десертная и салатник 24 сантиметра. На постановочную почему-то нету ценника. Вот на эту большую. Акция по 10 декабря. Вот эта бульонница с двумя ручками. Костяной фарфор 109 рублей. Всегда есть в продаже
наборы салфеток ажурных под выпечку. 41 рубль. Здесь три размера. 10. Так, 11,5, 16,5, 21,5 сантиметров. И всегда в продаже найдете формочки для маффинов или кексов, кому как удобней. Вот по акции до 10 декабря такие 15 рублей 24 штуки. Такие формочки стоят 37 рублей, тоже 24 штуки. Есть более интересный вариант, 62 рубля 48 штук. Интересный товар, зажимы для скатерти. 4 штуки в комплекте, 49 рублей. Также интересный товар для тех, кто сам рубит капусту, делает квашеную капусту. Нож для шинковки. Размер 29 на 9. Такой стоит 142 рубля. Есть другой нож. Поменьше размером, 15 сантиметров. Он стоит 131 рубль. Интересная коллекция от Сатоши. Нейлоновые кухонные принадлежности. Покажу вам сразу все с ценами. Есть даже молоточек для мяса 318 рублей. И нож для пиццы. Немного информации для родителей. Галамарт приглашает к сотрудничеству родительские комитеты детских садов и школ для сформирования новогодних подарков на любую сумму и любое количество. Может, кому-то эта информация будет интересной. Подарочный набор, соль для ванн и жемчужина для ванн. Соль 150 грамм, жемчужины 100 грамм. 99 рублей в разных цветах. Есть такие наборы соли для ванн в виде бомбочек. 179 рублей. Здесь 5 штук по 50 грамм. Нет, именно в этом наборе 4 штуки. Имеется в виду, наверное, вот этот набор. 179 рублей в виде макаронцев. Сейчас на распродаже постельное белье, поплин. Все цены вы видите. И размеры также. Есть такие красивые расцветки. Полутораспальные 238, двухспальные 300 рублей. Это простыни. Наволочки 117 рублей, 70 на 70. Так, и пододеяльники. Полутораспальные 447 рублей. Женские носки шерстяные. 65 полиэстер, 20 акрил, 5 шерсть, 3 ангора, ну и так далее и тому подобное. 87 рублей в разных расцветках. Мужские носки изготовлены в России. Размер 41 по 43, возможно, есть больше. 15 рублей. Нет, пока только 41-43. Других не вижу. Вот это супер акция на коробочке с пайетками по 10 декабря. 149 рублей. Дешевле, чем в фикс-прайсе. Но у нас, по-моему, только... Нет, есть еще в фиолетовом цвете одна коробочка. Нашла еще по 69 рублей. Также акция по 10 декабря. Разные ароматы освежителей. Вот лесные ягоды, райское наслаждение, цветущий сад, океанская свежесть,
аромат леса. Там мы его увидели, по-моему. Так, есть цитрус. Кружка-термос от Сатоши. 400 рублей. 600 миллилитров. Нержавеющая сталь. Держать приятно в руке такую кружку. Запахов никаких нету. Снежколеп. Вот он будет лепить вам снежки в виде вот такой вот лимонки. В разных цветах. 55 рублей. Казан с антипригарным покрытием, чугунный, но казан легкий. Стоит 1000 рублей по акции. Вот это вот все идет в комплекте. Палочки, лопатка. Брусок абразивный. 1 рубль. Очки для плавания 29 рублей. Есть очки по 9 рублей. Бигуди 12 штук. 19 рублей. Большой выбор чехлов. Такой, к примеру, 9 рублей. Есть по 19. Здесь такой чехол. 1 рубль. Наклейки 29 рублей. Бабочки. Они объемные. Игрушки, подвески на коляску. 69 рублей. Так, ну еще пару интересных товаров и закругляемся. Носки с декором. Ну, конечно, ходить таких будет неудобно. Они будут больно биться об ножки. 65 рублей. 85% хлопок, 15 полиамид. Сами носочки классные, приятные. И бусинки такие тяжеленькие. Ну, будет, мне кажется, неудобно в таких ходить. И еще вот такие женские большие носки. 164 рубля. 80% полушерсть. Я не знаю, что это за такой за материал. 15% лайкра и 5 латекс. Расцветки тоже все интересные.